От бачите, стоїть знак і розмітка. От, як повинно бути. От це АТБ нове. Ось це. Знак і розмітка. І, пожалуйста, от покрашений мусорозборник. Вот и моечка рядом. Вот вам АТБ. Прекрасное. Новое здание. Возле Долгинцевского исполкома. Все тут. Смотрите. Для лесопедов нарисовано. Смотрите. Порядок. На улице хорошо, а здесь не очень. Расскажу почему. Здравствуйте, Украина, город Кривенок. Посмотрели. Это тоже супермаркеты АТБ. Это новый магазин, построенный в Долгинцевском районе, возле Долгинцевского исполкома. Разницу увидели? Те и эти. Все вроде бы нормально, все хорошо. Когда я внутрь зашел, что кто заметил? Доска информации. Вот там написано. Видеосъемка заборонена. Так вот я обращаюсь. Вот это один недостаток у них. Вы мне скажите, пожалуйста, а кому заборонено? Почему вы написали, кому и ким заборонено? Конституцией заборонено, криминальным кодексом или, может, продавцом, кто забороняет? У нас в Украине, чтобы вы понимали, ничего не заборонено. Поняли? Правозахисники знають, що заборонено. А що не заборонено? Ви не можете нам забороняти, тому що Конституція дозволяє це робити. Не то, що дозволяє. Вона вимагає це робити, щоб фіксували. Тому що був такий случай в АТБ, де ринок, авторинок у нас є на завод, возле завода. И там цены одни были. На кассу пішов, там выбили друга цена. Потом я вернулся, пока тим сказал, а ті взяли и поменяли быстренько. И благодаря тому, что я это зафиксировал, эти цены, они признали свою вину. То есть на месте все решили. Вот почему заборонено. Ким заборонено и кому заборонено. Вы посмотрели возле пединститута по улице Гагарина, який бардак. Днепр-шоссе. Вы посмотрели, какой порядок. И сейчас вы будете смотреть на ласточке супермаркеты, опять же новые, как быдло-то себя ведет. Охранники вызывают полицию на людей. Потом они вызывают свое агентство. Тот выходит, одевает бронежилет. Там такие деловые. Но причина в чем? В том, что они в ночное время берут деньги, как платные стоянки. Вот почему. Что происходит? Смотрите, после этого всего будут ТЦКшники, МАШники, там, менты и все на свете. Все это есть. До новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале
принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.